Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной информационный блок от Славянской Церкви Адвентистов Седьмого Дня здесь, в городе Сакраменто. И мне очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Несколько слов о жизни и служении нашей Церкви, о событиях, которые нас ждут, обо всем по порядку. Начну прямо с сегодняшнего дня. Сегодня вечером мы ждем на встрече наших следопытов и искателей приключений. Это два клуба, которые занимаются у нас с детьми и подростками. Я думаю, что наставники и вся команда с нетерпением ждет вас, как и вы, ребята, ждете встречи с ними. Хочу также сказать, что сегодня на парковке вновь будут продавать яблоки, поэтому если вы любитель этого фрукта, приглашаем вас не пропустить возможность приобрести их сегодня. Хочу также напомнить, что мы ждем всех наших сестер, независимо от возраста, на встречах женского отдела. Первая встреча будет проходить уже в эту пятницу в 6 часов вечера. Вас ждет приятная атмосфера, как мы уже говорили, чаечек, сладости, ну а самые главные гости, которые поделятся с вами интересными семинарами. Так что ждем вас, первая встреча будет в эту пятницу в 6 часов вечера. Вторая же встреча будет в субботу, но будьте внимательны, не в 6 часов, а в 4 часа после обеда. Это связано с разными, скажем так, другими мероприятиями. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эти встречи. Ну и вот что еще хочу сказать. В связи с тем, что мы перенесли встречу женского отдела, нам придется опять сместить встречу по изучению Священного Писания или вот этих библейских уроков. У меня вообще есть идея или мысль перенести эти встречи на среду вечер, в то время, когда проходят у нас встречи клубов, следопытов, искателей приключений. И я бы очень хотел, чтобы эта встреча была не только по исследованию Священного Писания, но она приобрела и характер молитвенной встречи, где могли бы мы переносить свои нужды молитвенные, молиться о всех этих вопросах, которые очень часто возникают в жизни и служении наших членов церкви, гостей, которые приходят в нашу общину. Дайте мне чуть-чуть времени, я хочу посоветоваться с пресвитерами, с советом церкви, и как только мы решим все организационные вопросы, я сразу дам вам знать о точной дате и времени, когда будут проходить эти встречи. Еще раз прошу прощения, что приходится передвигать эти мероприятия, уж очень плотный график нашей церкви. Хочу также сказать о том, что в эту субботу у нас проповедует Василий Стойко, многие его знают. Он не так давно переехал из очередной поездки на африканский континент, где он совершает миссионерское служение. Нам будет интересно услышать его опыты, а также то слово, с которым он хочет поделиться. Поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение. Наверное, уже многие из вас знают о том, что на этой неделе упокоилась в Господе наша дорогая сестра Юлия Крахмальная. Хотя она была в последнее время членом Украинской церкви, но многие из нас ее знают, так как долгое время мы были одной общиной. Пожалуйста, молитесь за ее родных и близких, потому что это очень тяжелая утрата. Пускай Бог поддержит их рукой своей. Мы искренне выражаем наши соболезнования. Похоронное служение будет проходить 12 декабря, это вторник, в 2 часа после обеда на кладбище Тихая Гавань. Мы будем очень благодарны всем тем, кто придет поддержать родных и близких на этом служении. Хочу также напомнить, что с 15 по 22 декабря у нас будет проходить евангельская программа с Александром Болотниковым. И также для нас это будет и молитвенная неделя. Поэтому всех вас приглашаем не пропустить ни одну из этих встреч. Ну а параллельно, начиная с воскресенья, будет проходить детская библейская каникулярная программа. Она будет проходить с воскресенья до пятницы. В наших соцсетях вы тоже можете увидеть рекламу всех этих мероприятий. Регистрируйтесь, нам будет очень приятно всех вас видеть на этих встречах. Также приглашайте ваших друзей, знакомых, так как, напомню, мы смотрим на это и воспринимаем это как евангельскую программу. И очень хотелось бы, чтобы многие люди услышали ту весть, с которой будет обращаться Александр Болотников и с которым будет обращаться наш детский отдел к нашим детям на детской программе. Ну а 23 декабря у нас будет служение Вечери Господней, опять об этом напоминаю, а вечером в 6 часов у нас будет концертная программа «Эммануил». Уже в эту субботу вы сможете получить пригласительные, опять-таки приглашайте ваших друзей и знакомых, очень интересная программа, думаю, вы получите массу удовольствия и духовного такого восприятия, чтобы, скажем так, весть о рождении Иисуса Христа, о Его миссии на этой земле, она по-особенному касалась и наших сердец, и мы особенным образом могли делиться с теми людьми, с которыми мы встречаемся в нашей с вами жизни. Еще одна небольшая информация.
Вышла новая книга Юрия Друми, которая называется «Твердь Духа». После этого видеообращения вы посмотрите видео, где напрямую сам Юрий презентует эту книгу, а также узнаете информацию о том, каким образом ее можно приобрести. Думаю, это тоже будет очень хорошим духовным подспорьем для каждого из нас. Ну а сейчас хочу перейти к молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, продолжаем молиться за Сонечку. Также прошу вас молиться за нашу молодежь, за их поездку в Сиэтл. Это поездка, в которую они едут со служением, они посетят несколько наших общин и будут там принимать участие в служении. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог благословил их в пути туда, в пути обратно, чтобы все было хорошо и без каких-то неприятных приключений. Ну, конечно же, мы продолжаем молиться за ситуацию на Ближнем Востоке, за войну в Украине. Пускай Бог утешит, поддержит, даст мудрости и повлияет на каждого, кто может каким-то образом поспособствовать тому, чтобы все эти войны окончились. Пусть Бог благословит каждого из нас во всех этих вопросах. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 9, 2 и 3 стихи. И тут написано. «Буду славить Тебя, Господи, от всего сердца, расскажу о Твоих чудесах, буду радоваться и торжествовать о Тебе в песнях, имя Твое прославляю, Всевышний». Пускай Бог будет прославлен в этом дне, в нашей с вами жизни. Всего вам самого наилучшего и до встречи. Спешу сообщить вам, что наконец-то увидела свет моя очередная книга, работе над которой я посвятил последние несколько лет своей жизни. «Твердь Духа». Книга о молитве и мыслях молящегося. Еще книга о наших душах, о нашем времени, о наших детях. Если вы не боитесь острых вопросов духовной и нравственной жизни, тогда эта книга для вас. Если вы готовы к честному диалогу с собственной душой и тем более с Богом, тогда эта книга может стать для вас путеводителем. Информацию о приобретении книги вы сможете получить у своего пастора. Пусть Господь благословит каждого вдумчивого читателя.